Получатели господдержки вкладывают деньги в модернизацию и обновление производства. Также средства расходуются на участие в выставках, компенсацию налогов и сертификацию. Велика роль субсидирования и в создании новых рабочих мест. Наши меры прямых субсидий позволили в текущем году сохранить около 1000 рабочих мест и порядка 100 рабочих мест создать новых. Наибольший вклад в это вносит направление модернизации производства, где сохранено порядка 550 рабочих мест и около 70 рабочих мест было создано благодаря мерам господдержки. В следующем году увеличится объем федерального финансирования. Точные цифры пока неизвестны. А вот область даст на развитие малого бизнеса около 60 миллионов рублей, что больше, чем в 2018.